А что, в моду опять вошли 50-е? Это больше табану. Я про лицо. А больше на нем табана или меньше, возраст все равно дает себя знать. Кстати, вам письмо. А почему такое помятое? Его запихивали в почтовый ящик. А я тоже говорю про лицо, про ваше, Константин, лицо. Мои отношения с Георгом развиваются. О, он мне прислал ключи от своей квартиры. Дорогая Жанна, мы не можем быть вместе. Ты становишься слишком навязчивой. Забери свой ключ обратно. Бедненько. В вашем-то возрасте пережить первое разочарование в мужчине. А! С кем же вы теперь пойдете на церемонию «Золотой мегафон»? Неблагодарный, неблагодарный. Я так о нем заботилась. Каждое утро на рассвете я приносила ему кофе в постель. По вечерам я не разрешала ему пить пиво. По 100 раз звонила на работу, чтобы узнать, когда он вернется. И после этого он называет меня навязчивой. Боже, какое это унижение. Согласен. В жизни не слыхал ничего более унизительного. А вот сейчас услышите. Константин, вы не могли бы сопровождать меня на церемонию «Золотой мегафон»? Я с вами? Только ни за что. А за $300? Я только пойду переоденусь, а вы купите себе букет пошикарнее. Ну, чтобы люди не думали, что я экономлю на женщинах. Неблагодарный. О, неблагодарный. Неблагодарный. Ах, боже, какой был чудесный вечер. Да, и даже некоторая затянутость вашей нобелевской речи не смогла его испортить. Ну, я должна была всех поблагодарить за свою награду. Ну да, всех. Кроме меня. А, бедный Константин, я совсем забыла о вашей исключительной роли на этой церемонии. Да, роли вашего сопровождающего. Ну, почему не совсем? Не совсем. Я хочу сказать, что без вас ни Максим, ни Виктория, ни еще 2 квартала не узнали бы о моем триумфе. Вернее сказать, пока не узнали. Но ведь завтра узнают, не правда ли? А вы, оказывается, умеете острить. А вы, оказывается, умеете быть... обходительным и галантным. Да. Да. Кстати, сколько я вам за это должна? Да, кстати, гусары женщин денег не берут. Ну, разве что танец. Нам опять пора к психотерапевту.